меня в руках удилище Restiff фирмы Major Craft. Его длина составляет 6 футов 9 дюймов, тест от 6 до 21 грамма. Данное удилище было специально разработано и произведено для ловли в жестких условиях на мелководье, среди густых зарослей травы, коряжника и других крепких местах. Особенностью этого удилища является его строй. Удилище выполнено в строе Magnum, обладает повышенной жесткостью и достаточно живым кончиком. Это позволяет нам применять его в сочетании с различными типами рывковых приманок, а также при ловле на резину без огрузки. Жесткость и мощность удилища позволяет форсировать вываживание крупной рыбы, однако специализация данного удилища является ловля на относительно мелкие и средние по размеру приманки. Но, как известно, даже при ловле на некрупные воблеры часто попадается достаточно серьезный хищник. И особенно при ловле в жестких условиях мощность данной палки будет очень востребована. В руках Restiff до 21 грамма, длина которого составляет 6 футов 9 дюймов. Используем мы тонущие безлопастные составники, с которыми данное удилище справляется просто великолепно. При этом, несмотря на свою длину, которая составляет всего 2 метра, спиннинг обладает великолепной дальностью заброса, высокой жесткостью и позволяет нам без боязни энергично извлекать рыбу из травы, из-под стенки камыша и других препятствий и укрытий, в которых она держится. Restiff до 21 грамма позволяет при необходимости включать форсаж на вываживание мелкой и средней рыбы. Но вот этот вот щуренок совсем небольшой, в нем грамм 800. Взял он непосредственно вблизи лодки за кустиком травы, откуда я его благополучно, в прямом смысле слова, выдрал.